Всем привет! Сегодня 7 число и будем пробовать рыбачить на миллиметровке. Антоха, поздоровайтесь. Миллиметровка, конечно, кипит. Если видно, то народу реально много. Ну, в принципе, на сайте отписывались. Лед вроде уже нормальный. Будем пробовать. Заход на лед. Ну что, пошли? В принципе, с виду заход нормальный. Вот так оно и есть. Только что случилась такая штуковина. Хотели пробить глубину, а поймали рыбу. А поймали вот такую вот густерку. Короче, вообще непонятно. Пустой крючок, и взяла она. Ну, хотела понюхать, видно, вот где крючок у нее. Вытягиваю, а здесь, короче, да, ну глубина 7 метров, как раз нормально. И вот такая вот рыбдоха. Я, честно она говоря, она просто голодная. В замешательстве. Короче, я так понимаю, садимся здесь. Это значит. Короче, с клевом сегодня не густо. Накормили, сидим уже в течение часа. У Тохи там пару поклевок, одну таранину выхватил. У меня вообще раз что-то кивнуло и до свидания. О, Серега, тяну! А Тоха тягает там. Сейчас мы ходим в гости к нему, посмотрим. Что он там? Что он там вылазил? А ну-ка! О, вот так вот. Вот так. Сегодня на миллиметровке. Миллиметровая тарануха. Ну так это ж не одна. Вот еще есть. Это фиксатор. Ну, короче, не густо. Ну, почин есть, и то хорошо. Будем жарить. Произошла маленькая передислокация. Клёва на старом месте не наблюдалось. Под камыш было решено ближе к берегу подойти. В новом месте. А ну. О, блядь, зверюга. Вот такая вот таранушка ловится. Вот так вот. По две штуки. Браконьер. Да. Бракоши еще тут. А у меня что-то молчат вообще. Ну это Тоха-Тоха. Тоха-Тоха. Одну выхватил и сразу две. Так что ждем. Походу подошла. Так клев начался. Тоха, ты задолбал. Я тебя пока снимаю. Я же за своими удочками даже и не смотрю. Так, давай я буду свои что-то перебирать. Глянь, не успевает, запутается. Все, пошла жара, все, все. Смотри, что делает. Дюжи? Да. О, да так я тут, блядь, как рыбу похожу. Вроде и ко мне что-то подошло. Слава богу, а ты же себя чувствую виноват. Да, подошла, слышь. Ну, вот такая же, понял. Скажем, размеры такие не впечатляют, но зато клев пошел, что на две не успеваю. Такие прыгают, да? Ага. Ну вот, вот эту тоже только топить. Да, крупняк пошел вообще. Козлик такой. Вот. О, это что-то посерьезней. Вот такое вот. Можно на жареху взять.
трясет в тебе. Да, размер, конечно, не радует. Ух ты. Ух ты, шо, бля. Там у меня какой-то монстр такой клюнул. Чуть удочку не утянул. Ты смотри, что у меня творится, Тоха. Зверь. Да. Можно и не брать, да? Да, думаю, вот то одно наименование, что было, и все. Да. Слышишь, выкинул, ну только что одно достал. Думаю, ну выпущу. Кинул в лунку, она вверх пузом что-то хлыкает. Короче, испугалась что-то. Слышишь? Так она вообще, глянь. Дырочку включили. А, не, что-то плавает. Она не может определиться, где она и что с ней случилось. Все, пошла. Ага. Ну что, он? Это зачет. На сегодняшний день. Тогда такая второй раз подряд попадается получше, чем было. Слышишь, Тоха, ну такая на сушку нормально будет, я думаю, да? И почем? Вот это четвертый маркетинг. Выбор, блядь, пиздец, что хочешь. Слушай, ну у меня хоть более или менее начала такая клевать, блядь. Тоже вообще пистолеты были. О, у меня тут уже сидит. Тренировка. Ну, как не будет? Ника. Уже такой крупник подошел, что не могу засечь. Что это по одному цепляю, экономлю вовсю, блядь, я их уже десяток стал, самые худые, блядь. Да не, я не по одному, я штучки по три. По три? Да. О, матрой. Венера? Ага. Там червяк. Можно и на мормышку попробовать подрочить. Не, червей не видно.
не видно, но я думаю, они есть. Итак, по итогам рыбалки. Хотели половить козликов, на глубине их не оказалось. Решили сместиться. Не половили мелкую плотву. Да, сместились ближе к очерету, почти под берегом, и начали ловить плотву. Подошла она не сразу, закормили. Размер минут... спортивный. Да, минут через 15. Ну, размер, да, как Тоха говорит, спортивный. Мизинец, сразу она топилась, там что топили, что оставляли, там может пожарить, посушить, но... Больше выпускали. Больше выпускали. Рыбалка удалась. Да, ну, в принципе, да. Оскому сбили так перед тем, как море станет. То может по килограммчику взяли на жареху, и то хорошо. Ну, если бы была мне такая мелкая. Ну, что есть, то есть. Раз крупнее нет, жаль. Да. Ждите новые видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Все, всем пока.